Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя подошла к концу, а значит, сейчас самое время построить планы на выходные. Как провести время насыщенно и интересно, я расскажу прямо сейчас. Библиотека имени Надежды Крупской продолжает серию литературных прогулок по Самаре в рамках цикла авторских экскурсий «Мои 6 рукопожатий». В эту субботу приглашают прогуляться по улице Симбирской, сейчас она известна как Ульяновская. Улица хоть и небольшая, но со своими секретами. Проводником по городу станет доктор филологических наук, краевед, профессор, журналист и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. 7 октября, 17:00. На этой неделе мы отмечали День учителя. В честь этого события в музее Эльдара Рязанова проведут лекцию «Как обучить учителя» и поговорят о таком жанре советского кино, как школьная драма. О том, каким предстает педагог и наставник на экранах советских зрителей, расскажут на примере фильма «Доживем до понедельника» режиссера Станислава Ростоцкого. Лекция состоится 7 октября, начало в 17:30. В это воскресенье Библиотека народов Поволжья приглашает всех поклонников народной культуры в путешествие по музыкальным берегам Волги. На сцене выступят фольклорные ансамбли, которые перенесут слушателей в разные районы Самарской области. В программе будут звучать песни разных жанров – от детского фольклора до мелодичных лирических композиций и задорных припевок. 8 октября, начало в 12:00. Красивым завершением недели может стать поход в театр. Например, в камерной сцене в это воскресенье покажут постановку «По дороге к страусам». Герой спектакля – совсем молодой человек, только что окончивший школу. Он отправляется в путешествие и встречает на своем пути самых разных людей. И плохих, и хороших, и, конечно, находит свою любовь. Вы окунетесь в атмосферу 60-х с ее стилягами и работягами, задушевными песнями, популярными телепередачами и голубыми огоньками. Спектакль начнется в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.